Организаторы турнира рассказывают, юношеский турнир в Арангое дал дорогу брату и сестре Вильмовым, а также Баиру Амактуеву, чемпиону мира по боевому самбо, и многим другим. На этом турнире выросли большая плеяда наших прославленных борцов. Среди них Базар Базаргуруев, который стал бронзовым призером Пекинской Олимпиады. Прославить тем самым именно этот турнир и также наших бурятских спортсменов. А за кого он выступал? За Киргизию. Он выступал за Киргизию. Юношеский турнир собирает сотни борцов со всех уголков республики и соседних регионов. Принимает участие более 10 команд со всех районов нашей республики. Есть с Иркутской области, есть Чечен, Забайкальского края, Сагинска приезжает. Вот я говорил о том, что монгольские наши юные борцы приезжают, борются. Вот рейтинг, конечно, большой, высокий. Ребята уже мастеровитые. Основные спонсоры наши земляки, сельская администрация, Иволгинский район помогает здесь в нашем денежных прессах. Порядка 200 лишним тысяч рублей у нас ежегодно. Организаторы поведали нам историю, услышанную от делегации из Казахстана. Это приезжали на турнир однополчане Батажапа Батуева. Они помнили его жизнерадостным человеком и были свидетелями его последнего боя. Батажап варил им бузы, а они съели манты. Сделал из того материала, который он нашел, кастрюлю и решетку. Сделал бузы. На что казахи сказали, так это же, говорит, манты. Он обиделся и сказал жестко им: ребята, это я же не говорю про ваш плов, каша рисовая с мясом. Это же, говорю, бузы бурятские. Вот примерно так вот. Они общались, дружили. И пусть это была делегация не из Узбекистана, наверное, казахи своего бурятского товарища поняли. Мы же напомним, что турнир на призы памяти воина-интернационалиста, гвардии капитана, кавалера ордена Красной Звезды Батажапа Бимбаевича Батуева начинался в далеком 1993 году. И за это время не проводился лишь один раз, во время коронавирусной инфекции. Дмитрий Гамбоев, новости дня.